Здравствуйте, сегодня хочу рассказать о такой розовой воде от Heritage Store. Она интересная, это как бы, как они пишут, если верить тому, что написано, то это специальная вода, смесь воды, которая намагничена и заряженная с маслом розы. Отличный и простой, в принципе, состав. Водичка сама по себе бесцветная. Вот этот вот цвет, это просто цвет флакона. Выраженный запах розы, но в то же время и нежный. Но, к сожалению, это все-таки на любителя, то есть тут нужно понимать, насколько вам нравится роза. Я, если честно, не любитель розы, но этот запах меня, в принципе, устраивает. Хороший дозатор, действительно, и можно использовать универсально. То есть я использовала ее в качестве, эту водичку, в качестве тоника, также в качестве дополнения к глиняным маскам, чтобы они не засыхали на лице, также как термальную воду перед нанесением сыворотки, и также для волос можно использовать. И последнее, так как бы ее можно использовать, смешивать с маслами для приготовления эмульсий. Я этим не занималась, но есть тоже такой способ. А вообще, сама по себе структура не липкая, и в принципе, как по мне, то это замена гидролата, если как вариант. Кстати, на сайте, вот тут 59 мл, на сайте есть больше расфасовки этой воды, и также она есть с уксусом. Я не пробовала, если честно, но как бы, может быть, вам нужно это, то есть это то, что нужно будет для вас. Можно использовать, в принципе, эту баночку повторно. 59 мл можно куда-то с собой в поездке брать. Написано, что эко-френдли, без нетестируемых животных. То есть, в принципе, производитель хороший. Присмотритесь, оно тонизирует вроде бы кожу и увлажняет. Но каждому свое, то есть, в принципе, нужно понимать, что она, эта водичка сильно не повлияет на качество кожи, но дополнит другие ваши ухаживающие средства. Интересует, пробовали ли вы эту воду, может быть, в другой расфасовке, не 59 мл, как у меня малышка такая. И если да, то пишите свои отзывы в комментариях, будет интересно сравнить с моим отзывом. Спасибо, подписывайтесь на канал и всем удачи, пока!